Меня зовут Максим Тримпольцев, и я работаю разработчиком в компании Mail.ru в команде ICQ. В Техносфере я веду открытый курс, который называется «Разработка на языке C++». Кроме изучения самого языка, я знакомлю с инструментами и практиками промышленной разработки на языке C++. Занятия состоят из двух частей – лекции и практического занятия, на котором мы закрепляем пройденный материал и готовимся к выполнению домашнего задания. Каждое домашнее задание – это часть проекта, который студент выполняет в течение всего курса. Например, на текущем курсе проект представляет собой простую игру на тему средневековья, где персонажи могут надевать оружие и броню и устраивать поединки на арене. Язык C++ сейчас наиболее востребован там, где требуется большая скорость выполнения программ. Например, в игрострое или серверном программировании. Приглашаю на курс студентов, которые хотят глубже изучить язык и познакомиться с промышленной разработкой на этом языке.